Вот что Арбини написал в начале книги. «Нет ничего удивительного, что славянское племя, ошибочно называемое ныне Склавонским, не пользуется у историков той славой, которую по праву должны бы иметь. И его достойные деяния и славные походы сокрыты плотным туманом и почти погребены вечной ночи забвения. Имея в избытке мужей воинственных и доблестных, не нашлось у него мужей ученых и образованных, которые своими писаниями обессмертили бы его имя. Другие племена, намного уступающие ему в своем величии, лишь потому пользуются ныне такой известностью, что имели ученых мужей, прославивших их своими писаниями. Также, во времена Древнего Египта, Древнего Рима и Древней Греции жили и славяне. Этот вывод можно сделать из письменных источников, которые стали основой для составления историографии славянского народа.